жизнь, наши семьи, нашу будущность. Потому что только кроется в этом Господе, в этом орле, в этом Иисусе. Наша судьба, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты окутываешь нас в имя Бога. Слава Тебе! Аллилуйя!
все, что недостойно Тебя, вытеснял всякую суету, вытеснял все, что не нужно и не угодно Тебе, Господь. Наполняй нас Духом Твоим, Боже. Наполняй нас Духом Твоим, Боже. Thank you.
Thank you.
Бог правды нашей, мы благодарим Господь за то, что Ты искупил нас, оправдал, дал новую жизнь, освободил нас от рабства тьмы. Отвечаем мы теперь за тобой. Спасибо, Господь. Боже, мы благодарим за то, что Ты пришел к нам на землю, чтобы нас мертвых по преступлениям и беззаконию нашим оживить. Спасибо, Господь, за то, что Твоя любовь изменилась в наши сердца, за то, что милость Твоя обновляется каждый день для нашей жизни. Благодарим, Господь. Образ Христа. Помоги нам преображаться в Тебя, быть истинными и верными поклонниками Твоими. Боже святый, говори сегодня к нам, каждому из нас. Мы знаем и верим, что у Тебя есть великая судьба для нас. Боже, созидай нашу жизнь. Благослови нас, Боже. Благослови, Боже, Твой дом. Освети его, чтобы каждый, Боже, был частью Твоего тела. И мы молимся также за нашу землю, за народ Твой Израиля, который Ты избрал в себе в удел, в наследие, чтобы он избранным Твоим народом. Боже, Ты знаешь, Ты видишь, как много еще идолов есть на этой земле. Боже, Ты сказал, что в последние дни и изольешь от Духа Твоего на всякую плоть. Ты сказал, Господь, что дашь дождь ранее и после. Боже, мы просим. Мы просим дождя, мы просим, Боже, дождя, Бог, дождя Духа Святого. И слей, Господь, нам всякую плоть, проводи этот народ, разрушь все твердыни, сокруши всех идолов, сними покрывало сердец этого народа, открой глаза слепых, уши глухие, Бог, и выбери пленников из темниц. Откроются глаза слепых, да будут слышать уши глухих, да обратятся, и да познают, что нет ни в ком другого спасения, как только в Тебе. Возбуди этот дух богоискания, Боже, разрушит дух антихриста на этой земле, сокруши этот дух лжи, Бог, обрати сердца народа к Тебе, да познают они Тебя, как своего Бога. Что и волн даже знает Господина своего, и осел, и ясный Господина, а Твой народ и знает Тебя, Бог, повернись к Тебе, обрати их, Бог, во имя Иисуса, мы благословляем эту землю и этот народ во имя Иисуса Христа. Спасибо. Также мы приветствуем всех тех, которые смотрят нас сегодня. Если ты себя чувствуешь плохо, знай, исцеление – это хлеб для детей. Бог приготовил исцеление для тебя, твоего дома, семьи. Не для того, чтобы ты только сам один радовался жизни, для того, чтобы ты нес свет в Англии, для того, чтобы ты нес свое божественное, то исцеление, божественное, к этим людям, которые погибают. Прямо сейчас, Отец, мы соглашаемся. Мы молимся и просим Тебя, Боже, о сверхъестественной силе помазания. Бог, Ты сказал, если двое или трое из нас соберутся и согласятся, просили о каком-либо деле, то, что бы ни попросили, они туда будут дано им. Боже, во имя Иешуа, прямо сейчас мы противостоим всякой болезни, немощи, воспалению, инфекции, всякой боли. Всякому проклятию мы сокрушаем это именем Иисуса Христа, именем, перед которым преклонится всякое колено, небесное, земное, и
сегодня, Боже, мы знаем, Твоя величественная сила, Боже, может творить чудеса. Мы верим, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты не изменяешься, Ты всемогущий, Ты святой и праведный. Мы призываем покров крови Христа на это место. Мы благословляем Твой народ и эту землю. И мы любим Тебя, наш Бог, и воздаем Тебе всю славу, честь и славу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, было такое мощное прославление. Вы просто молодцы, привели наше такое Божье присутствие. Это было очень сильно. Я думаю, многие из вас, наверное, пережили Божье присутствие в своей жизни и в этом час, в этот момент. Я не знаю, как вы, но я просто пережил такое благословение, друзья. И я верю, что Дух Святой не меняет сердца. Он изменяет нас. Они становятся мягче, мы становимся податливее, мы откликаемся на Божий призыв. И порой мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Работа Святого Духа, друзья, это то, чтобы мы могли увидеть себя в Боге. И мы могли увидеть и понять, что есть некоторые вещи, которые нам нужно будет исправить, изменить. Потому что желание Бога приближать тебя к себе. Чтобы ты был христоподобным, чтобы ты был подобен как Машиах, Ишуа, как его сын. Потому что он есть свет, он есть истина и жизнь. И куда приходил он, там приходила жизнь, там приходило исцеление, там приходило спасение. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья, это мой призван. Знаешь, я недавно ехал на работе, и включил радио, и я слушал, вдруг эта песня, эти слова врезались. Это была неверующая песня, я ее первый раз слышал, но эти слова врезались мне. И там было сказано так, может кто-то слышал эту песню, там сказано было, миллионы больших сердец должны увидеть свет. Миллионы больших сердец хотят слышать ответ. И я вау, интересно, это зов этого мира, миллионы больших сердец, есть большие сердца, но они не видят свет, они живут во тьме, и ты и я есть свет, и они должны услышать этот ответ, у них есть вопрос, такой ли, Господи, почему в этом мире столько зла, столько проклятий, смерти, болезнь. Они не знают ответа, но у нас есть ответ. И ты и я являемся ответом. И у нас есть Писание Божье, Слово, которое отвечает на все вопросы. Поэтому мы должны нести это послание небес. Послание, которое открывает двери сердец и которое дает ответ на разные вопросы. Аминь. Слава Богу. Друзья, у нас, как вы помните, вот мы уже не носим корзинки. Корзинка стоит там, напоминание всем, что Дом Божий нуждается в оплате. И мы оплачиваем это помещение, как вы знаете. И давайте, кто у кого есть, что принесем, десятины пожертвования вот, в ту корзиночку, хорошо? И будем дальше продолжать Слово Божье. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь семя сеющим, за то, что Ты благословляешь и приумножаешь плоды дел наших и рук наших. Благодарим Тебя, Бог Святой Всемогущий, Боже, за то, что мышца Твоя не сократилась и ухо Твое не отяжелело, чтобы слушать. Боже, благодарим. Боже, мы просим восполнить всякую нужду по богатству славы Христом Иисусом. Боже, пусть Твое помазание, Твоя сила, мудрость и любовь, да будет над нами и с нами во всем. Спасибо, Господь. Аминь. Слава Богу. Приветствую, значит, еще раз приветствую всех
тем, которые нас смотрят в прямом эфире, а также еще приветствую всех братьев, сестер, слава Богу. И еще раз хочу поблагодарить наших левитов, прославителей. Это было мощно вообще, прямо. Это было сильно, просто так Бог затронул мое сердце, не знаю, как твое, но это было сильно. Бог говорил о своей любви ко мне, что Он любит нас, что Он принимает, и Он нас ожидает, и Он ожидает твоего посвящения полностью. Бог не хочет тебя делить ни с кем, поэтому Он ревнует Дух Божий, ревнует даже о твоих близких, Он ревнует даже тебя о твоем муже, о твоей жене, о твоих детях. Поэтому должны понимать, что одно из имен Его – Бог ревнитель. И скажешь, а зачем такая, ну, крайность? Да не крайность, друзья. Мы понимаем, если бы мы просто могли представить себе, какой Он и кто Он, то нас бы разорвало бы просто, вы понимаете? Мы не можем даже себе вообразить, друзья. Нет, наверное, для описания слов таких. Их невозможно найти. Понимаете? Поэтому написано, что мы в вечности будем познавать вечного Бога. Потому что Его невозможно познать. Он настолько велик, друзья. Он настолько могущественно велик. Поэтому я не пишу, когда я взираю на небеса, дело рук твоих, то, что есть человек, что ты помнишь, и он и сын человеческий, что ты знаешь его. Когда ты смотришь на эту вселенную, на эти звезды, друзья, это, я знаю, у нас в Израиле есть кратер Рамон, где, в принципе, Рамон, и там многие люди ездят туда, чтобы посмотреть звезды в ночном небе. Как-то надо поехать, никак не можем добраться туда. Вот. И там, и на идеальное место, где ночью вот, приезжают много туристов, и они располагаются там, там есть места, и открывается такой, как бы, небосвод. И там просто такое, люди, я не знаю, как вы, я люблю смотреть на звезды. И мне нравится смотреть, я когда на них долго сфокусирую, у меня такое ощущение, что я улетаю в космос. Как там какие-то, ну, невиданные дали, безграничные. Вы понимаете, там нет дыма, она вселенная, она настолько велика, друзья, что мы не можем даже человеческим умом просчитать, сколько это, расстояние, какой-то объем. Мы не можем понять даже, у нас нет таких цифр, они даже не входят в алгебру, математику, оно бесконечность, друзья. И ученые, они ломают голову о том, что вот, ну, в этом мире, бесконечность, то, что они уже говорят, не миллиарды, бесконечность галактик, представляете? А мы находимся в одной из них, в галактике, в Млечном пути, в Солнечной системе, представляете? На какой-то небольшом шарике планета Земля. И вот ты, улица Цаха, 44, и ты сидишь здесь. И когда ты говоришь, взирай на небеса, Боже мой, как ты мог обратить вообще на меня внимание? Я пылинка во Вселенной, вообще пылинка просто, и ты помнишь обо мне, и любишь меня, и послал в мир Сына, чтобы привести меня в свое царство. Друзья, непостижимо, невозможно это. Это невозможно понять. Как? Это нужно просто поверить и принять. И вот поэтому, когда мы будем там, Библия говорит, мы не сможем даже спросить у него ничего. Мы будем стоять вот так. Это будет шок. Хоть и Библия немножечко крайне так описывает нам Новый Иерусалим, золотые улицы, жемчужные ворота, еще какие-то вещи. Но это всего лишь территория храма. А там нам будут даны сверхъестественные способности. Представляешь себе?
будет настолько вот телепатия, как бы, когда мы уже перемещаться просто. Уже не будет у тебя. Тебе не надо будет машину. И ракета даже не нужна будет. Ты сам будешь ракетой. Ты сам будешь машиной. Аллилуйя. Слава Богу, друзья. Я кратко так нарисовал эту историю, чтобы вы возрадовались и увидели, что всевременные наши невзгоды, несчастья, проблемы, это всего лишь время, оно пройдет все. Понимаете? Все пройдет. Все. Мы здесь транзитом. Всего лишь каких-то, кому как суждено. Ну, при большей крепости, там, как говорится, 80, хоть мы и все говорим до 120, ну, а что тут 120? Как можно тут, что тут быть вот это же с ветхой вот, оболочкой, просто болтаться по этой земле, оно уже и не хочется даже как-то, да, хочется бодряком, а бодряком мы будем там всегда. Амен. Слава Богу. Итак, драгоценные, есть вещи, которые хотелось бы с вами поделиться, я верю, что это слово, ну, поможет каждому из нас понимать, ну, свое предназначение в Боге, и тут нужно жить и поступать. И как мы слышали, я назвал это слово, если брат твой имеет против тебя. Знаешь, тема безличностных отношений, межличностных отношений, она всегда имела вообще в любой организации, в любой ассоциации, в любой конфессии, вере, очень серьезная, ну, вещь для того, чтобы помочь людям взаимодействовать, помочь людям правильно реагировать и взаимосуществовать, и делать то, что нужно делать для этого. И знаешь, в христианстве тоже будут определенные вещи, где нам нужно будет как живые камни притираться с друг другом. Нам нужно будет выстраивать отношения с друг другом. Вы понимаешь, и всегда где-то будут разногласия, раздоры, конфликты. Я это говорю не потому, чтобы кого-то там обвинить или что-то сказать такое на кого-то. Всегда мы будем виноваты, и кто-то будет виноват. И нам нужно правильно реагировать на все это. И правильно хранить свое сердце от всего то, что происходит. Я не знаю, как вы, но когда я пришел к Богу, я думал, что церковь и верующие, это должны быть люди, там, ну, как бы, не знаю, святые с крыльями, ангелы чуть ли не. Вот. И потом, ну, как бы, я очень серьезно чуть не ушел из церкви. Потому что, ну, некие люди, которые встречались на пути, они изменили мою ситуацию. И я сначала думал, что мне делать вообще. Как и слава Богу, что Бог дал понимание о том, что ты должен следовать за мной. Ты должен смотреть на меня, говорит Господь. На Него смотреть, будешь смотреть на людей, ты обязательно соблазнишься. Люди, они всегда будут так людьми, они всегда будут ошибаться. Они навсегда будут обвинять, они будут предавать, они будут делать различные вещи. И поэтому, конечно, есть разные люди. Есть люди очень открытые, ну, как апостол Петр, он был очень открыт. Некоторые из нас тоже такие. Есть люди очень закрытые. Это другой апостол, его звали Иуда, и мы знаем, какие у него были мысли. Он был закрыт, ничего не поймешь, что у него на уме. Но потом, как бы, только Иисус знал, что у него на уме. Поэтому он и сказал, иди быстрее делай то, что тебе нужно делать. Вот. Но мы должны преобразовываться в образ Христа. Каждый из нас пришел сюда со своим характером. Каждый из нас, послушай, я понимаю, что мы не можем как бы быть как бы на одной гребенке. Но мы можем преобразовываться в Его характер, в Христа характер. Оставляя заднее, простираться вперед. И для этого нам нужно будет люди. Ты не сможешь быть, вернее, ты можешь попытаться быть один где-то в обществе или где-то, я не знаю, даже в церкви ты можешь быть один. Но, послушай, одному быть тяжело. Поэтому мы являемся семьей Божьей во Христе Иисусе. В семье всегда будут какие-то непонятные вещи происходить. По-любому. И, конечно же,
вот то, что мы видим в истории Писания, оно говорит нам об этом. Знаешь, вот это самая важная, нужная мысль. Если ты хочешь служить людям, ты должен знать и понимать. Всегда люди будут неблагодарны. Слышишь? Пойми такая вещь, что часто люди, они могут пройти мимо. Бывает, я могу пройти мимо. Я могу не заметить какие-то вещи. И поэтому, если ты будешь ждать благодарности от меня или от людей, послушай, ты обязательно ты споткнешься, соблазнишься. Понимаешь? Поэтому очень важно делать все как для Господа, зная, что от Него ты получишь воздаяние. Чтобы ты не ждал воздаяния от людей. Конечно, хорошо, когда нас хвалят, когда нас все любят. Это хорошо, но, друзья, могут быть, произойти какие-то вещи, когда они будут тебе говорить о тебе что-то хорошее. Или просто тебя будут не замечать. Но все равно ты должен будешь хранить свое сердце и все равно иметь Божью любовь. Если этого в тебе не будет, ты будешь пустым и одиноким. Слава Богу. Итак, друзья, если есть готовность служить, ты должен понять, всегда будут люди, которые будут против тебя что-то иметь. Скажите, вы уже сталкивались с кем-то, против вас кто-то что-то имел? Есть такие здесь люди? Я знаю, знаете, есть когда, если ты особо ничего не делаешь, если ты просто сел себе в углу серой мышкой и не заявляешь о своей позиции, и не говоришь, кто ты и что нужно делать другим во Христе Иисусе. Не просто делать чисто как ты хочешь, а как Бог хочет, чтобы кто-то делали, те, которые подвязались с Ним. Всегда будет кто-то, который скажет, кто ты такой вообще? Чем ты себя делаешь вообще? Не сын ли ты плотника вообще-то? И мать твоя случайно там не это самое? Забеременела не случайно там от какого там, от Иосифа Бандиры. Ты понимаешь, всегда будут эти вещи, друзья, это будет по-любому. И мы должны быть к этому готовы, всегда готовы. Это начинается чуть ли не с детского садика. Всегда в песочнице даже против тебя уже кто-то что-то имел. Ты понимаешь, прямо там уже. Это не твоя машинка, это моя. Это не твоя песочница, что ты тут расселся? Понимаешь, потом школа, потом ты думаешь, в церкви не так? Ты знаешь, сколько я видел борьбу, знаешь за что? За стул. Это мое место. Вы видели когда-нибудь такая борьба у верующих людей? Это тут следующий ответ. Покажи мне, где написано в Писании, что это твое место. Прям надо показать. В Библии должно быть написано. Это мое место. Ты понимаешь, будут всегда вещи. Всегда можешь, будут кто-то что-то иметь против нас. Это по-любому, друзья. И мы должны понимать, как нам правильно поступать. Поэтому ты можешь либо просто притаиться, серой мышкой. Чисто, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Просто я здесь, ребята, я здесь просто проходимый. Вот на меня и рассчитывайте. Понимаешь, ты будешь петь эту песню. Приходите к нам на огонек. Белая скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. Это не созвучно. Но понимаешь, какая вещь? Ты можешь сидеть вот так и просто отсвечивать. Вот от луны потом уже отсвечивать, понимаешь? Но если ты хочешь отсвечивать от Господа Его светом, тебе нужно быть львом и львицей. Ты должен будешь заявить, что во мне живет лев. И ты львица во имя Ишу, а не просто серая мышка. Потому что серую мышку и все. И на серое на этом все закончено. Хочу тебе сказать, тебе придется это заявить не только где-то так. Тебе не надо, знаешь, некоторые люди иногда
путают. Они говорят: ой, слушайте, ну что я должен вот это, я же должен вот так выйти на улицу и кричать: люди, не надо тебе это вот это делать. Ты дома у себя попробуй заявить это. Но прежде чем заявить это, ты сначала должен преобразиться в образ и характер Христа. Прежде. И чтобы людей приобретать, если можно, то и словами. Понимаешь? Очень важно эти вещи. Но все равно против тебя будут иметь. Твои даже домашние. Кем ты себя делаешь вообще? Кто ты? Мы ж помним тебя вчера и третьего дня. Как ты вот это вот творил беззаконие всякое. Мы ж помним. Они будут вот так вот тебе прям пальцем говорить, что они все помнят, они все знают. Они тебе напомнят, кто ты. А ты должен сказать, кто ты во Христе Иисусе. И это не потому, что ты сам себе эту обозначил честь. Потому что Бог тебе даровал это во Христе, если, конечно, есть Божье соответствие. Если ты живешь верой, и если ты примирился с Ним, очистился, и ты приходишь к Нему, имеешь отношение с Ним, и постоянно очищаешь свое сердце. Потому что в этом мире столько зла, грязи, проклятия. Оно будет прилипать к тебе по-любому, хочешь ты или не хочешь. Поэтому нужно всегда приходить к Богу, иметь с Ним близкие отношения. Чтобы Он очищал нас, омывал нас своей кровью. Это постоянный процесс, друзья. Невозможно один раз просто это сделать когда-то, и на этом все. Я когда-то покаялся. 20 лет назад. И что? Это хорошо, но этого мало. Куча всякой грязи будет возникать, приходить в твою жизнь. Куча. Ты куда не посмотришь, куда ты не глянешь. С экрана телевизора, у тебя на работе. Все это будет. Всегда будут кто-то, кто против тебя. Будет? Скажите, вы переживали, когда вы что-то говорили, но уже как библейский, и кто-то был против тебя? Что ты себе тут делаешь? Святоша такой чисто нашелся тут, а? Как-то тихо, друзья, вы никому не говорите? Нет? Что-то я в правильном месте нахожусь, это цель, да? Вы говорите о Божьей любви, друзья. Вы говорите о том, что грядет суд Божий на всякое нечестие человеков, подавляющих истину Божью ложью. Почему? Потому что Библия говорит, что и Дух Святой, когда придет, Он что будет? Он обличит мир. Правильно? Я слышу сейчас, некоторые говорят, ну, пусть он и придет. И пусть он сам и обличает. Он придет в тебя, в меня, и он должен обличить этот мир. О неправде, о суде Божьем, о любви Божьей, что не поверили в него, что будет суд Божий. Это все библейские прописные истины, друзья. Это все наше, библейское понимание. И всегда будут люди, которые будут против тебя, по-любому. Ты понимаешь? Итак, друзья, всегда будут люди, мир это настолько зол, что если ты, допустишь быть просто, таким слабаком, тебя навесят куча. Я не знаю, смотрели вы, где-то я видел в интернете, одна женщина, по-моему, она то ли скульптор, то ли художница, она решила сделать какой-то эксперимент. И она встала где-то там в каком-то каньоне, и она позволила, чтобы люди просто делали с ней все, что хотели. Публично. И там, говорит, это было зверье. Люди просто из присутствия всех других людей. Они ее там сначала щипали, потом они плевали на нее, потом они что-то вешали на нее, потом начали резать ее. То есть этого нет конца края, это зверье, понимаете? Просто зверье. Поэтому мы должны быть не теми людьми, чтобы позволить на себя вешать всякую лапшу нам на уши. Мы должны быть царственным священством, народом взятым удел, возвещать истины Божьи
этим людям, живущим во тьме. Это наше призвание, друзья. Поэтому во всем должна была здравость, целостность, неповрежденность в нашей жизни. Здравость, пойми. Потому что порой бывает, смотришь на людей верующих, и они не здравы. Они несут какую-то околесицу. О чем вы? При чем здесь это? К чему это, если это, ну, говорит, кто мы? В Писании все написано о нас. Каким, как мы должны жить, что мы должны делать, зачем что-то выдумывать свое. А я так чувствую, да не надо чувствовать, если ты будешь жить по плоти, ты умрешь. Писание говорит, живущие по плоти, они умрут, духовно умирают. А мы должны духом уменьшать дела плотские, и говорит, если вы будете уменьшать, будете живы. Амен. Аллилуйя. Поэтому, друзья, у нас есть примеры, примеры, которые были против. Помните, Каин и Авель. Чего ты тут жертву такую принес? Почему-то Бог ее взял, а мою нет. Будет этот самый. Дальше мы видим, видите, самые там Моисей, там, которого Бог избрал. Всегда, слушай, будет противостоять этому. Давида мы смотрим. Помните, братья его, которые пришел, кто ты вообще, самый, ты пришел здесь подсмотреть за сражением нашим, и мы против него. Это человек, который принес победу своему народу, который сделал великие вещи для народа Израиля. Но братья его, которые были старше его, больше его, может быть, опытные некоторые, но они оказались, ну, просто теми, которые были против него. Кем ты себя делаешь? Понимаете, всегда будут эти вещи драгоценные. Мы должны увидеть также Иосиф тоже. И его братья. Тоже, кто ты такой? Смотри, тебе одежды ему отец пошил разноцветные. Предсказатель. Ты смотри, мы тебе скоро расскажем вообще, где твое место. И они продали его в Египет, но мы видим, что Бог все равно обратит. Бог обращает все во благо. Так даже послушайте, другой пример, самый важный пример Христа. Он был Господом неба и земли, рожден от Духа Святого, сверхъестественным образом. И написано, что и братья его, они тоже не верили даже. Вы понимаете? А они даже не принимали его. Даже мать иногда забывала. Потому что, когда мы смотрим по Писанию, пришли взять его мать и братья, хотя видели чудеса, мертвые воскрешали, слепые прозревали, хромые ходили. Они это видели, а потом забывали, время проходило, суета и забота века сего. Но тем более нам, когда мы особо не видим, ну, вот такого явного сверхъестественного чуда. У нас есть чудеса, да, братья и сестры, мы видим чудеса, спасение людей, исцеление, еще какие-то вещи. Но то, что делал сам Господь, это было значимо, это было знаково, это было сильно и мощно. Я думаю, если бы мы с вами увидели, пережили, увидеть в собственной жизни воскресение мертвого, это особенно, который там 3 дня уже в гробу был, то как бы мы бы... Но прошло бы немножко времени, и ты забыл бы за все. Поэтому мы должны иметь постоянное, незаканчиваемое личное отношение с Господом. Постоянно, потому что Он... Есть путь, истинная жизнь. Понимаешь, что ты забудешь, и чудеса забудешь, и придет и суета, и забота века сего придет, и ты все забудешь. Итак, друзья, будут какие-то вещи, которые будут происходить. Понимаешь, очень важно, чтобы мы понимали, что даже когда Господь говорит о выбору в свою пользу, послушай, это не случайные слова. Люди на этом слове отворачиваются от Бога. И он говорит, что если ты возлюбишь отца своего, мать свою, детей своих больше меня, ты не достоин меня. Представляешь, какие слова? Это вообще как это? Почему это? Это что? Я не должен любить? Нет, должен, потому что контекст говорит, что а кто о своих, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверно. Но он ставит на чашу весов и говорит, послушай, пойми, кто я.
И если их слово перевесит мое, то ты понимаешь, о чем это? Поэтому мы всегда должны знать, что Бог прежде всего, что Он первый в нашем жизни. Он самый главный в нашей жизни. Только Он. И если кто-то будет против, кто бы это ни был, я не говорю тебе, чтобы ты рвал тельняшку на груди у себя, если вдруг кто-то будет против. Я не говорю, чтобы ты начал орать, кричать, топать ногами, делать какие-то непонятные вещи. Не надо этого делать. Нет, просто стань за истину. Стой на слове Божьем. И Бог все поправит. Поэтому Он и говорит, слушай, если Господу будут угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним, понимаешь? То есть, когда ты будешь правильно ходить перед Богом, и если у тебя был конфликт в семье, на работе, еще где-то, Бог сделает так, что Он придет примирение, понимаешь? Тебя будут принимать, и они увидят, что над тобой рука Божья. Амен? Слава Богу! Итак, друзья, мы уже будем начинать одно писание. Слава Богу! 1 Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Мы должны научиться, друзья, жить на таком статусе веры, чтобы, как писание говорит, чтобы мы были безумны Христа ради. И это говорит об этом 1 Коринфянам, 4 глава. Мы безумны Христа ради. То есть, ладно, нас считают сумасшедшими ради веры в Мессию. Нас считают умалишенными, потому что мы поверили в Него, потому что мы не делаем то, что делают они. Ты понимаешь? Мы безумны Христа ради. Ты представляешь, что значит быть безумным Христа ради? То есть это делать то, что люди говорят, слушай, это сумасшествие, это безумие, все же живут так. Все живут только для себя, а ты говоришь, нет, я живу для Бога. Все же говорят, слушай, у тебя нет никакой выгоды, а я не ищу своей выгоды, я ищу выгоду Царству Божьему. Кому? Царству Божьему. Какому Царству Божьему? Да такому, которое скоро придет в силе. Ты что, сумасшедший? Ты понимаешь, они тебе сказали, ты сумасшедший. Какое Царство Божье грядет в силе? С тьмами, ангел? Ты понимаешь, тебе подумать, ты сумасшедший. Тебе не говорили еще об этом? Никто не говорил? А зря. Потому что должны говорить. Понимаешь? Более того, хочу сказать еще одно важное место Писания. Писание говорит так. Бойтесь, когда все люди о вас будут говорить хорошо. Читали вы? Почему нужно бояться? А? Почему это нужно бояться, когда все должны говорить, что разве плохо, когда все тебе говорят хорошо? Ты хороший парень, хорошая, ну, девушка, женщина. Он говорит, слушай, бойся за это. Бойся. Потому что ты со своими в доску свой будешь. И с пьяницами ты свой, и с проститутками ты свой, и с наркоманами, и с ворами, и с насильниками, и с нечестивыми. Вот ты все со всеми в шоколаде. Ты ни с кем не хочешь, ну зачем? Зачем мне конфликты? Я не хочу портить себе нервы. Не надо вот это самое. Я всех люблю, все хорошо. А вы же, а где истина? А где то, что ты скажешь, слушайте, вы делаете нечестивые вещи? Кто скажет, кто обличит мир о суде вечном? А? Это кто должен делать? А, ну пусть-то Иоанн Креститель, которому голову трубили, вот он должен. Мы нет. Но Писание говорит, что если Дух Святой, когда Он придет, а Он уже пришел, и ты получил крещение Духом Святым, если, конечно, получил, потому что Писание говорит, что а кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Оказывается, как бы тут не все. А мне так и хочется к некоторым забрать, вот даже тут сидящим, даже сделать некое предложение. Знаете, в чем оно заключается?
Хотите ли вы принять Господа как своего Спасителя? Вызывающий или как-то еще, и он против тебя что-то имеет. Нет.
Тут немножко не об этом сказано, друзья, чтобы мы понимали. Потому что да, если есть грех, и ты согрешаешься в контексте Писания, когда Иисус говорил о том, что если брат там согрешит против тебя, и вы знаете всю эту вещь, то, говорит, первое, иди примирись, и примирись между ним одним и тобой. Если послушать, если, конечно, грех. И вот тут хочу сказать некоторые вещи. Потому что я, когда был там еще в церкви 25 лет назад, начал, я видел людей очень религиозных. И они имели и не замечали какие-то вещи в других людях, какие-то, которые, ну, как бы, не имели особого духовного значения, понимаете? И они в конфликты входили между собой. И я увидел, есть такое понимание, размытое понимание греха. То есть, как бы человек размытый, он не понимает, это грех, это проступок, или это просто свойство и характер человека. И он начинает судить другого человека. И это неправильно. Я наблюдал много таких историй, друзья. Я наблюдал разные вещи, которые происходили, как люди высказывались по поводу... Да и сам я сначала был таков, по-честному. Я как-то говорил вам, что я, ну, мне не нравилось, когда мужчины носят, как бы, ну, носят, окрашивают длинные волосы. Для меня это было неестественно. И когда я увидел, я прямо так и сказал, что вот этот парень что-то... Я рассказывал, по-моему, эту историю. Вот. Поэтому, конечно, мы все приходим как судьи. Мы все с вами начинаем судить. Мы все начинаем с вами смотреть. Или просто кто-то, у кого другой характер, у кого он закрыт, и он не хочет влазить вообще ни в какие конфликты. Ему просто фиолетово все на свете. И он никто не против никого никогда ничего не имеет вообще. Вы знаете таких людей? Которым будешь просто, ну, как бы, я не знаю, что делать, а он просто вообще ничего. Он не хочет конфликт с вас. Бывают такие люди. Но в основной массе, люди будут что-то иметь против тебя. И да, и Писание говорит, что если да, конкретно, брат имеет или сестра против тебя какой-то грех, и это грех ты сделал конкретно против человека, что это грех, а не просто прихоть его, не просто его представление и понимание. Вот. Потому что бывают такие вещи, да, кто-то может думать по-разному, поэтому, конечно же, тогда нужно, как Писание говорит, возьми двух или трех свидетельств. И при двух-трех свидетельствах скажи. Понимаете, друзья, чтобы у нас не было таких, потому что часто ко мне приходят люди, начинают жаловаться на кого-то. Послушайте, перестаньте ко мне приходить. Сначала пойди разберись сам. Сначала пойди поговори. Опять же, в любви. Слышите? Потому что некоторые приходят, говорят, начинают жестко говорить с кем-то, и, а пойми, ты не можешь выйти, вернее, можешь выйти за границы. За границы, ну, христианской морали и правильно христианского поведения. Но тогда тебя не будут слушать, тогда, ну, ты просто обостришь ситуацию, брат и сестра либо уйдет, либо ты уйдешь, и это будет на руку только царству тьмы. Поэтому правильно говорить в любви. И вообще, прежде всего, если ты говоришь кому-то, то сначала Писание говорит, нужно, если хочешь вынуть сучок из глаза брата, что нужно сделать? Посмотреть, да нет ли там вообще бревнышка небольшого. Правильно? Посмотреть, нет ли бревна. И тогда, если ты увидел, что нет, ну, иди тогда, как бы помоги брату или сестре вытащить сучок из глаза. Вы понимаете? Это очень важная вещь, друзья. Поэтому Писание говорит, слушай, быстрее мирись с соперником твоим, пока ты на пути. А что, о чем это говорит? Что когда, ну, будет момент, у тебя не будет уже возможности, потому что твой земной путь может закончиться. Он закончится, и все тогда, ты понимаешь? Быстрее иди, мирись. Итак, друзья, всегда против нас кто-то будет что-то иметь. И мы должны иметь правильно, во-первых,
Когда мы тогда, вот мы вот только что говорил я, когда Иисус говорил ученикам о том, чтобы пойти разберись сам, потом скажи двум или трем, потом скажи церкви, Петр внизу написано: Господи, сколько раз согрешит, прощает брату согрешающему против меня? То есть он как бы понимал, что ой-ой-ой, Господь тут призывает какой-то сложный механизм. А нельзя ли сразу просто разобраться, просто схватить его за горло, рассказать все, что ты о нем думаешь, вот, и поставить его на место. И все. И на этом вся история закончена. Вот. Или просто вообще не знаю. Не-не-не-не-не, Петр, ты не понял. Ты должен правильно решить вопрос. Понимаешь, правильно не выходить за рамки ни в ту сторону, ни в ту сторону. Не чтобы тебя навешали, тебя всех баранов, и сказали, что это ты во всем виновен, это все из-за тебя, это по причине, что ты здесь, все это самое. И также ты не должен выйти за то, чтобы начать тут просто бушевать просто, понимаешь? То есть есть правильное библейское понимание, как мы должны поступать. Друзья, этот вопрос настолько важен, потому что если ты не будешь иметь в своей общине, на работе. Но на работе еще как? Там требуют от тебя только лишь чего? Чтобы ты качественно исполнял свою работу. Твоя личная жизнь особо никого не интересует. Но в общине, послушай, тут ты можешь вообще ничего не исполнять, быть просто прихожанином сидеть, но твоя жизнь интересует. И даже сам интерес к твоей персоне у тебя может возникать уже какое-то двоякие чувства. А что это вы обо мне так слишком печетесь, пастор? Что некого больше найти себе в жертву? Что-то вы очень уж мою персону очень уже драгоценные мои. Вы понимаете, моя цель как пастора, и хочу сказать, твоя также цель, как брата и сестры, должна быть помочь взрастить, поднять, укрепить, наставить и направить на Божье призвание. Каждого человека. Слушай, это всегда так. Ну, пойми, поэтому Писание говорит, что ревность по Богу съедает меня. Я рассказывал вам, как только когда я покаялся, всего лишь, ну вот, не знаю, там, месяц назад, и я шел в церковь, у нас там было там, от моего дома квартала 4. Я видел, сестра из прославления идет впереди меня. Я ее назвать, окликнул, она не услышала, и там ларек, она подходит к ларечку, чисто подошла, я смотрю, пару сигаретов, тык, и в задний карман, тик, и пошла. И тут я догоняю. Привет, сестричка, как дела? Да вот, на репетицию. Молодец, слава Богу вообще. А что это у тебя в заднем кармане? А что такое? А я еще вообще, ну представьте, ну только покаялся. А какое мое дело? Да самое большое мое дело здесь, понимаешь? Как это какое мое дело? Я прямо вот со старта был к этому ревностным. Ну как? Ты серьезно с Богом имеешь? Или ты играешь просто в религию, а? Бог же нас все видит, Он же знает. Ты от кого прячешь? От кого? От меня? Или от него? Но Он же видит это. Вы понимаете, поэтому, друзья мои, мы должны смиренно мудренно ходить перед Богом, зная, что Он видит все тайно и все сокровенно открыто обнажено перед Его лицом. Амен. 100%. Итак, драгоценные, мы с вами должны понимать о том, что будут всегда конфликты, будут некие разногласия, которые всегда будут. Даже такая ситуация была вообще в книге Деяний. Мы видим апостол Павел с апостолом Варнавой. Они разбежались. И знаешь, причина какая была? Не было по причине прямо каких-то теологических споров, библейских вероучений. Просто Марка, то бишь Иоанна, стоит взять? Нет, не стоит. Как? И они так поругались.
разругались и разошлись. Ты понимаешь? Потом мы видим, что апостол Павел пишет о Варнаве уже хорошие слова, они вместе и о Марке, потом вместе. Но бывают разные конфликты. Это я не говорю по причине того, что произошел недавно конфликт. Мы за это не хочу об этом даже говорить. Но они будут конфликты всегда, во все времена. И понятно, что будет, все равно не будет как бы кого-то одного виновата. Все виновны будут. Но мы должны стараться эти конфликты как меньше сгладить острыми блудовыми словами. Это наше призвание, блаженные миротворцы. Ибо они будут наречены сынами Божьими. Аминь. Мы миротворцы, драгоценные. И будут моменты, когда кто-то не хочет идти к миротворчеству. Это будет, ну что ж, это выбор каждого человека. Но твоя и моя задача, мы не должны судить. Мы не должны судить. Бог разберется. Бог сам увидит, и Он знает, как правильно это сделать. Аминь. Слава Богу. Итак, 2 Коринфянам, драгоценные. Еще скажу кое-что. До 2 Коринфянам, обождите. Мы говорили о том, что это я хочу мысль не упустить. Потому что там говорится о отношениях братов с братом, сестры с сестрой, вообще с кем-то. Но есть понятие еще и служителя. Пастыря могут допускать ошибки. Более того, грехи могут допускать. И апостолы могут совершать. Знание в этом? Это серьезно? Они допускают ошибки. Я знаю один пример, у нас там в Николаеве, где я жил, был один пастор, это еще только я начал ходить в церковь. Он был, по-моему, из Вознесенска. Вообще непонятно почему. Он вошел сюда в конфликт с тем пастором, и потом только я слышал, что он ехал по трассе с Вознесенска в Николаев, навстречу лобовая, ему просто снесло голову. Жесть. Ужас. Суды Божьи все равно открыты. Никто не застрахован. Послушай, но как мы можем регулировать этот вопрос? И это очень важно. И я знаю, что есть некоторые люди, которые просто будут только льстить. Но лично я не хотел бы, чтобы мне льстили. Вторая вещь, я не хотел бы, чтобы мне просто так начали указывать, как какого-то мальчишки. Понимаешь? Вот я сейчас работаю на работе в Кисане. Дедушку надо мужу, он миллионер. И он привык ко всем относиться так, знаешь, приказы, указы. И его попасть, ему надо было и поехать к нему. Ему нужно в Телешанер, в больницу. Он мне сказал, знаешь, ты мне не повезешь, сейчас приедет девушка, и она сядет за руль, проедет ее, как она водит машину, эти заправьтесь бензином в Кисане. Я смотрю, практически почти полный бак. Я ей насела за руль. Оказывается, его знает уже всю жизнь практически, живет рядышком. Я говорю, слушай, полный бак вообще, зачем просто? Ехать надо было заправляться в Хедеру. Я говорю, зачем? В Хедеру ехать, когда она говорит, слушай, сейчас я тут найду где-то в Аракиве, там уже заправка. Она начала вычислять, а у него карточки только там, этот Санол, вот. Там нету, короче, мы где-то объездили этот дедушку, где-то звонят. И потом мы приехали, я говорю, слушай, он сейчас будет кричать. Слушай, я ему сейчас все объясню. Я сейчас ему все расскажу. Вот, и мы приезжаем. И вот это она только пытается ему что-то сказать. Это, знаешь, вот недаром Кисария, знаешь, это там дух Кесаря. Конкретно, слушайте. Вот казалось, что дедушка уже одуванчик, уже 85 лет, уже и онкология, все ели. Он как наехал, где ты был? Это я вот как бы, ты что? Слушай сюда! Ты должен делать то, что только... Я как вот, она была, хочет ему что-то сказать. Слушай, да это я был за рулем, я не... Тебя я вообще не спрашивал мнение. Она в шоке, даже не может понять. И он как начал, я... Что мне пришлось в иврите, я не знал этого слова, слово «раб». То есть это слово я хотел использовать, что я не твой раб, извини, дружок. Я твой, вот, есть слово «работник», «овет», да, или «араб», «эвет», да, практически почти то же самое слово, но только одна буква первая.
И мне пришлось сказать, слушай, что за наезд? Что за такие? Что за претензии такие? Я твой работник, но я не твой раб. Слушай, ты не можешь вот так вот со мной разговаривать, как рыба, я тебе мальчик на побегушках, и все, что только ты мне сказал, так только я должен делать. Ты понимаете? И всегда будут кто-то, кто будет, захочет использовать тебя. Всегда. Послушай, не думай, что на работе тебя будут ценить за твой... Если ты будешь очень хорошо работать, знаешь, что они тебе скажут? Тебе надо работать больше. Больше. Тебе надо работать, раз ты хорошо хотел, больше. Ты вообще, ты пойми, это дух фараона. Это никогда не будет такого, что типа сказать, ну, раз ты так хорошо, то это... Нет, они еще заберут у тебя салон. Просто иди работай, ты тут самый лучший, иди работай. Ты должен будешь пахать на фараона. Поэтому, друзья, ты должен будешь отстоять свою позицию во Христе. Кто ты? Понимаешь, ты должен будешь заявить об этом. Но для этого тебе должно иметь дух льва, дух победителя, царя. И должен говорить об этом. Ну, понимаешь, говорить об этом. Хочешь мой пример? Я тебе расскажу свой пример. Как еще много лет, как назад, когда я только начинал ходить в пасторское призвание, когда постоянно ездил на конференции, когда там я работал коходами, и постоянно спрашивался, у меня увольняли и увольняли. И потом я начинался набраться дерзновения во Христе. И я сказал, как они мне говорят, что ты заблуждаешься, ты тут какой-то Бога проповедуешь, знаешь, что твой Бог – это твоя работа. Они тебе будут так говорить, если ты согласишься с этим, что твой Бог, твоя работа, все, ты раб, раб работы, твой Бог, твоя работа, 100%. И я сказал, нет, не мой Бог, у меня есть Бог, который мой обеспечитель, Он мой, и я на ломаном иврите рассказал просто людям, которые в Коходаме ездили на джипах, что мне нужно время, я буду выходить, когда я захочу. И они начали пытались на меня наехать, и я поставил их на место и сказал, что я работаю на Царство Божие, на ломаном иврите. Что я работаю на Царство Божие, они смотрели, как это, не знаю. Но когда я жестко заявил, сказал о том, что знаешь, что в этом мире сейчас? Я им так сказал, что ты знаешь, сколько наркоманий, проституции, ты знаешь, сколько все убийств. Он слушает, к чему ты это? К тому, что твои дети могут стать наркоманами. Что твоя дочь может стать проституткой. Ты знаешь, что? А кто будет спасать этих людей? А кто? Я. Иду спасать этих людей. Понимаешь? И он говорит, ну ладно. Слушай, и с того момента, я тебе серьезно говорю, вот все эти люди, которые там были, со мной на работу, они не понимали, как так? Тебя отпускают в любой момент, когда ты только пожелаешь. Если мы скажем и заявим о том, что мы не выходим на работу, все, нас просто легобайт, все, ушел! Все, понимаешь? Тебе сходит срок. Ну, друзья, ну, так и тут сейчас. Сейчас, друзья, просто, я просто Господом своим. У меня такая работа. Друзья, я даже дедушку миллионера. Потом я прихожу сначала, просто я включаю мозган, кофе, я сажусь у него просто в огромном. Сам я сначала пью кофе, мозган, потом дедушка просто туда-сюда, потом то все. В общем, я могу в это время, вы думаете, вот эти картинки я вам посылаю, откуда? Что у меня я просто сижу просто с холла. Дедушка, ну, рассылаю вам картинки. И еще и служу людям. Я так и просил у Бога. Бог, я хочу работать на такой работе, чтобы я мог и деньги получать, и служить тебе. И вот, как бы, слава Богу. Амен. Итак, последнее, подведу черту, потому что мы уже заканчиваем. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу. Первая Петра, 4, тут куча еще, я бы еще вторую часть, наверное, проповедовал. Первая Петра, 4, 12-16. Возлюбленный, смотрите, что Петрович пишет. Это тот человек, который был открыт. Понимаем,
знаешь, есть такие вещи. Мне моя жена всегда говорит, ты слишком открыт. Тебе плюнут в душу. Да, есть опасность. Есть опасность, если ты чрезмерно открыт, тебе плюнут в душу. Тебе предадут, тебя кинут, тебя обманут. Но есть другая опасность. Если ты будешь чрезмерно закрыт, то тогда Бог хочет что-то тебе принести. И ты не примешь, потому что ты будешь закрыт. Закрыт. Моя философия такова. Бог, если меня даже плюнут в душу, если даже я лишнего сказал, а бывает, я говорю то, что нужно же где-то было молчать, моя жена, вот она про себя это говорит. Но у меня философия такова. Бог, даже если я сказал лишака, ну ты видишь, это не потому, что я знаю, что так. Вот. Плюйте мне в душу, просто, друзья. Я так люблю ваши, вытираться вашими сморчками, понимаешь? Нет, друзья, ну просто, ну он такой человек, как бы, знаешь. Я верю, что Бог видит искренность моего сердца. Если где-то я не прав, но он там наведет порядок. Он поправит. И даже если кто-то мне в спину воткнет, то и Бог способен защитить. Я верю в это. И на этом стою. И вот он говорит, смотри, что он говорит. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Как приключение для вас странно. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужой. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ты понимаешь, будет огненное искушение. Иисус, Он сказал, там написано, что Он будет крестить не только нас Духом Святым. Притом это не только относится к пасторам, чтобы вы знали. Дорогие служители, кто бы ты ни был, если ты сидишь даже с серой мышкой здесь, знай, что шерстку однажды подпалит. Немножко прогорит. Поэтому выходи из какого-то укрытия серой мышки. Стань львом в Боге. Стань силой, возвысь голос твой. Подними крылья, как подобно орлу. Знай, что кто твой царь? Он есть Господь господствующий и царь всех царей. Аллилуйя! И поэтому тебе нужно быть как воин Христов. Не просто, как знаешь, таким непонятным каким-то человеком. Знай, будет огненное искушение, посылаемое для испытания. Испытание нужно как проверка. Правильно ли ты? На правильном основании ты строишь свою жизнь. Слышишь? Это будет всегда. Бог допустит это испытание в мою жизнь и в твою жизнь. И притом они будут не такие подобные, как у меня, а у тебя будут свои испытания, а у меня свои. И очень важно, чтобы мы приняли прежде всего, дошли до конца, друзья. До конца. Поэтому Иисус и сказал, Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру на земле? Поймите, будут всегда эти моменты. Вспоминайте Иова. Вспоминайте, как он был испытан так, что, друзья, вообще, что жена его сказала, похули Бога и умри. Но он стоял твердо на ней. Он сказал, нет, ты говоришь, как одна из безумных. Он был тверд и в этом не погрешил Иов устами. Так и тут, драгоценные мои, мы будем, давайте будем стоять за веру евангельскую. Но только бы, чтобы никто не пострадал из нас, как вор, как посягающий на чужое, как судья неправедный. Давайте будем все равно учиться любить. Понимаете? Любовь. Ей надо учиться. И учиться надо у Христа. И как ты можешь учиться только тогда, когда ты будешь не просто читать только. Читать важно. Но ты будешь иметь с Ним отношения. И тогда он будет касаться твоего сердца и изменять тебя в свой образ и подобие. Давайте помолимся.
Господа, чтобы Он благословил нас и наполнил нас своей благодатью и любовью. Аллилуйя. Святой Бог, Боже святый, праведный, истинный, мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас, оправдал и омыл, очистил и освободил от рабства тьмы, от этих оков и цепей сатаны. Благодарим, Господь. Боже, мы понимаем, Господь, что будут претензии в наш адрес, что мы не такие, и порой бывает, мы не соответствуем, порой мы поступали глупо, невежественно, где-то мы противились, где-то искали своего, поступали не по Твоей воле, поступали не по духу, но по плоти. И мы просим Тебя, Боже, прости нас и научи нас Твоим путям. Научи нас, Боже, ходить с Тобой, всегда советоваться с Тобой, во всем поступать правильно и истинно. Дух Святой, говори в нашу жизнь. Открывай то, чего мы не знаем или не понимаем, и направляй нас на стези правды Твоей, ради Твоего имени, во имя Иисуса Христа. И вот еще вспоминаю этот эпизод, друзья. Если вы читаете, по-моему, 3 Царств, 13 глава, там был человек Божий, который был послан к царю. И Бог ему сказал идти одной дорогой и не возвращаться другой, и ни там не есть, и не пить воды. И вот мы видим, он пошел к царю, сказал Иеровоаму, до тот момент был. И он ему сказал все те дела, и сказал о жертвенниках. И потом он пошел другой дороге, но на пути ему встречается пророк Божий. И он говорит ему, если вы помните эту историю, зайди ко мне, поешь у меня. Говорит, слушай, нет, именно устами Господними сказано, чтобы я не возвращался и ни у кого не ел. И тут сказал ему, слушай, только что Господь мне сказал, чтобы ты зашел ко мне, что он поменял немножечко программу, заходи, перекуси, вот, и все нормально. И тот послушал и зашел, а тот обманул его. И я думал, мне всегда эта история возникала. Ты пророк, пророк Божий, и он обманул его. И только они еще ели было слово в устах того пророка, который говорит, за то, что ты не послушал, то не войдешь в могилу отцов. И нам написано, он ушел, там лев его и сломал, вообще, и он умер. И у меня вопрос был, слушай, во-первых, первое, значит, почему он это так сделал? Он же его брат. Слушай, он его брат, ты представляешь себе? Потом у меня другой вопрос, а почему ты так поступил? Ну, как, ну тот же сказал. Он же сказал, мне Бог открыл. Вот она. Тебе Бог открыл? А почему же ты сам не попросил у Бога? Почему же ты сам не спросил? Бог, это меняется программа? И ты сказал через этого пророка, что мне можно зайти перекусить там и попить водички. Из-за этого он погиб. И я просто представляю тебе, когда этот уже сам пророк говорил своим сыновьям, если когда я умру, вы положите меня в гробнице этого пророка. И я представляю, представляешь себе, ты потом встречаешься на небесах с этим братом. Что ж ты сделал, Хуся? Как же ты просто взял, просто обманул. Тут меня лев убил просто. Представляете, какая вещь? Поэтому Библия говорит, пусть никто не говорит брату своему. Это я не о том говорю. Закрывай уста твои, даже от лежащей в постели твоей. Слышишь? Жестко. То с другими словами, друзья, и жена твоя может рассказать тебе свою историю, используя манипуляцию для тебя. И брат твой может рассказать тебе свои сказки, потому что ты погибнешь, и лев тебя съест. Но послушай, Бог никогда не обманет. Он никогда не допустит. И поэтому его да, да, нет, нет. Поэтому он и с нами так говорит, чтобы твое да было да, и твое нет было твердое нет. А все остальное это от лукавого. Аминь. Аминь. Вы что-то получаете сегодня, друзья? Аллилуйя. Пусть Бог благословит драгоценные. Еще раз благодарю левитов наших, было сильно и мощно. И пусть Божья рука будет над вами. Знайте, что всегда кто-то будет против вас иметь.